не так давно паркур появился и в нашей стране. Пока, правда, только в виде одной команды, называющей себя «Принцесс». Вот они, знакомьтесь. Андрей? Я учусь прыгать с детства, но так ничему и не научился. Ярослав. Когда у меня что-то не получается, я делаю это снова и снова. И это снова и снова у меня тоже не получается. Предводитель движения Олег. Это как бы непрофессиональный спорт для меня. Типа как бы стиль моей жизни. И вот если бы я, наверное, ходил бы типа в институт, то я бы, наверное, по пути как бы в институт, я бы, наверное, применял свои навыки, типа прыгал бы и сделал. Юра и Андрей. Кстати, есть в команде трейсерс и девушка. Вот она, Аня. Во Франции к ребятам, прыгающим через машины и перила с крыши на крышу, уже привыкли. У нас почти каждый в этот цвет. Риск нарваться, если не на милицию, то на полное непонимание сограждан. А вот такие забавы и вовсе нелегальны, хотя именно это и привносит в российскую версию паркура настоящий адреналин. При этом я как бы стараюсь не переходить ту грань, которая будет для меня опасна. То есть я делаю только то, на что я физически способен. А поскольку физически я ни на что не способен, то я фактически ничего не делаю. Да. А, все, пойду. Ну, ребят, извините. Все, па, че, захлебал, да. Итак, паркур. Полоса препятствий, которую нужно пройти не только быстро, но и красиво. Без страховки. Хочу сказать спасибо нашим спонсорам. Недавно нам купили велосипед и скейтборд. Спросите меня, что такое паркур? Что такое паркур, спросите меня? Спросите меня, что такое паркур? Что такое паркур? Паркур это я, паркур это я. Там, где это лицо, там паркур, понимаете? Там это весь паркур в моем лице. Я просто беру и делаю с ним вот так вот. Нет, я делаю так вот. Ой, ты мой хороший, вот ты мой. Я паркуром владею, я владею паркуром.